Зачем ты туда ходила? Я просила не ходить туда. Там опасно. Кто эти двое стариков? Седой мужчина, Хави, сын старухи. Он помогает матери совершать ритуалы. Она бруха? Они боятся тебя отпускать. Они увидели что-то внутри тебя. Демон. И я не знаю, что в молоке. Какой сегодня день? Ты не понимаешь, что видишь сейчас. Это бред. Идиотизм. Это его слова. Это демону нужно. Да нету во мне демона, Кристина. Мое имя Кристина Лопес. Я приехала в Катемако умереть.